Сетевой диск в первую очередь нужен, чтобы работать с файлами из вашего Bittrex24 через компьютер. Можно подключить как все хранилище, так и отдельную папку в качестве сетевого диска. Файлы при этом будут синхронизироваться, и при работе на компьютере все изменения появятся на вашем портале, и наоборот. Для подключения диска зайдите в раздел меню «Диск» или наберите слово «Диск» в поисковой строке. Далее нажмите шестеренку, пункт «Сетевой диск». В строке видим выделенный синим цветом адрес для подключения. Он пригодится нам далее. Скопируйте его, нажав Ctrl и C или Command и C на MacBook'е. Далее заходим в мой или этот компьютер и нажимаем правой кнопкой мыши, как показано на видео. Пункт меню «Подключить сетевой диск». Выбираем из выпадающего списка название нашего будущего диска. Буква не должна совпадать с уже существующими дисками, обычно это C или D. Я выбрала диск S. Далее в строку «Папка» вставляем наш адрес с помощью команды Ctrl-V или Command-V на MacBook'е. Нажимаем «Готово». Ждем несколько секунд, далее в появившемся окне вводим логин и пароль от вашего Bittrex24. Диск подключен. Все папки синхронизировались. Наш диск будет отображаться в сетевых расположениях. Отключить его можно, нажав правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Отключить». Если вам что-то непонятно, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр!